в магазине заметил новую пивоварню. Golden Guns. Чем баварская пивоварня? Но варят все это дело в Липецке. И стилистика. Не ИПА, друзья мои, не ИПА. 100 рублей за бутылку 0,5 литра. 12 плотность, 4,5 алкоголя. Давайте попробуем. В бокал наливается кристально прозрачное, очень-очень чистенькое пиво. Разве не ИПА должна так выглядеть? Ни разу мне таких кристально прозрачных не ИП не попадалось. Вы пробовали, друзья мои, не ИПУ? Это буйство ароматов, буйство таких вот насыщенных, цитрусовых, хмелевых, каких-то интересных, тропических, невозможных кондитерских ароматов. Здесь же прелый солод, картонка и чуть-чуть, немножечко мокрой тряпки. Будьте здоровы, пейте вкусное пиво. Давно такого говнища, прошу прощения за выражение, мне не попадалось. Это заурядный, самый простой, никчемный, дешевый вариант регионального пива из разливайки от очень-очень плохой пивоварни. Это мое оценочное суждение. Но это полнейшая дрянь. И при этом вот эти вот товарищи из Липецка пишут, что это не ИПА. Пусть они зайдут в любой крафтовый магазин, купят бутылочку, любой баночку, самый-самый дешевый, самый какой-нибудь такой вот заштатный не ИПы. И попробуй, как она должна вообще быть. Дальше не парламентская игра слов. Моя оценка минус 2 из 6. 100 рублей за бутылку такого. Это новый рекордсмен одного из худших пивасов этого года. Пивоварня Golden Guns. Баварская пивоварня. Если в Баварии узнали, что варят такое пиво, вас бы на ближайшем столбе вздернули. Это просто ужасно. Дата производства 5.9.24. Пиво месяц всего. Брал из холодильника. Дно. Полнейшее дно пивоварения. За такие вещи я не знаю, что надо с этим пивоварением делать. Обходить их просто стороной. Ну а вы, друзья мои, напишите в комментариях, может, вы встречались с этим Гансом, Христианом Андерсоном из Липца. Сказочники они еще те. До новых встреч. Пока-пока.